Итак, добрый день гостям, подписчикам моего канала. Сегодня я давно хотел взять вот такие держатели для ножей. И нашел их фикс прайс, стоят они 99 рублей. Здесь, смотрите, есть вообще написано держатель магнита для инструментов. Но я буду использовать его для ножей. Здесь мы видим два дюбеля, как можно к стене пригрудить. У меня поверхности, видите, вот эти деревянные, то есть на кухне. И я сейчас сделаю вот по... Вот так вот их прикручу, и после давайте мы сейчас я вот прикручу вот таких два держателя, и после посмотрим, насколько будет держаться наши ножи. То есть хочу вот использовать. Всего 99 рублей, думаю, это недорого. Вот может также инструменты, но вот что написано: позволяет держать инструменты легкодоступными, освобождает место на рабочем столе, мощный магнит, крепление с помощью двух шурупов в комплекте. Давайте я прикручу, и дальше вы все сами увидите. Итак, посмотрите, мы прикрутили наш держатель для ножей. Как мы видим, все без проблем. Держат и большие ножи, и маленькие ножи. Но вот эти дюбеля пришлось заменить. Невозможно ими что-то закручивать. Есть только дюбель. Мне нужно было в дерево закрутить. Вот, без проблем. Как бы какие-то вещи, открывашки, ножи, ножницы, вот такие вот небольшие вещи металлические можно держать вот на этом держателе. А вы напишите в комментариях, кто такой же держатель использует, как бы мне понравился бюджетный. Итак, а на сегодня все. Всем, кому понравилось, подписываемся и ставим лайки. Всем пока!